Ну что, устали ждать письмо с пин-кодом, которое отправили вам с Америки? Устали ходить на почту и слышать от почтальона? А вам писем нет! Без пин-кода не будет денег, и все труды ваши будут напрасны. Но не стоит отчаиваться. Мы тоже ждали 5 месяцев письмо, но, как видите, мы смогли решить эту проблему. И поможем вам тоже без вот такого конверта пройти подтверждение адреса. Для этого нужно запросить 4 раза пин-код. Пин-кода нет, тогда запрашиваем ссылку на подтверждение адреса без пин-кода. Туда нужно будет загрузить сканы документов, паспорт, допустим, с пропиской или счета за коммунальные услуги с вашей фамилией и адресом. И этого будет достаточно для того, чтобы подтвердить ваш адрес. Но такой способ подходит не всем. Надеюсь, это видео было полезным, так что подписывайтесь и жмите лайки.